Диагональ. Это Жиганов. А теперь Хайруллин. Убирает на неудобную. Набрасывает. Отскок на Жиганова. Бросок. Гол! Игорь Жиганов забивает и даже не сразу видит эту шайбу. Но потом начинает отмечать. 4-3 в пользу СКА. Да, здесь сказывается, конечно, опыт и мастерство петербуржцев. Просто на кураже сейчас действует команда. И находят они эти ошибки нижегородцев. Нижегородцы сами отдают игру. Они могут винить себя только сами. Действительно, как только начинает активно играть СКА, как только начинает прессинговать, мы сколько раз видели, как торпеда отбрасывается в простых ситуациях.